Да что это за звуки? Почему? Ладно, спрыгиваем. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем снова сбегать от той самой мерзкой старухи по имени Гренни. В игре Гренни 4 The Rebellion. И я не только буду от нее на самом деле сбегать, но еще и от Грэмпа. И еще от Слендрины. И еще от... Кто? Что за вурдалак? Я первый раз его вижу, но это какой-то новый персонаж. И насколько я понял, эта игра не официальных разработчиков. Но, однако, в ней есть все каноничные персонажи, кроме вот тебя. Я не знаю, кто ты и на что ты способен, но мы сейчас узнаем вместе. То есть против нас будет впервые целых 4 персонажа сражаться. Ну как сражаться? Иметь нас будут просто, и все. Приступаем. Но, может быть, я смогу все-таки сбежать с первой попытки. Итак, мы едем. Я вижу Слендрину, она уже видна. Вон она справа стоит. Ну, наверное, мы такие... О, боже мой, бедная девушка потерялась. Или что? Или как? Мы, наверное, просто сбились с пути, да, как обычно. Заехали не туда. Сейчас сзади будет Гренни, да? Что это? Что это? О-о-о, вурдалако напал на нас. А почему Слендрина стояла? Странно это. Почему мы не обратили на нее внимание? День первый. У-у-у, жутко. Новый дом. Вообще, я ничего не знаю. Я слышу, уже не ходит. Так. Это что, фонарь? Прекрасно. Что у нас есть в комнате? Надо сразу посмотреть. Ничего нету. Нет, есть. А, необходима отвертка. Понятно. Ладно, выходим. Дверь заперта. Дверь заперта. Надо найти какую-то отмычку, наверное. Так. Что это? Что? Что это был за звук? Смотрите. Ключ. О. Это можно поднять? Нет, это можно просто таскать. Короче, здесь мы нашли ключ. Походу, он от двери. О, боже мой. Так, сразу в кишку, сразу, блин, в кишку. Фух, чтобы здесь нас никто не тронул. Я не знаю, для чего еще этот ключ. Вон он идет. А он может ползать здесь? Нет. Он, кстати, пипец какой медленный, это хорошо. Да что за страшные звуки? Да, он очень медленный, это хорошо. Но, может быть, он может телепортироваться? I see you. Черт, и дед здесь тоже. И бабка. Они все пришли. День второй. А что-то мне не понравилось это. Это было подло. Я не понял, как он меня убил. Дверь открыта. О, книга. Так, взяли. А теперь быстрее, быстрее в кишку, чтобы не поймали. О, господи, почему я никак не привыкну к ощущению, что за мной охотятся? Постоянно в дрожь все тело бросает. Так, Евгений, соберись и спроси себя. Тварь ли я дрожащая или право имею? Надо же, как ты четко передал одну из основных мыслей гениального романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Кто это говорит? Это я. Я здесь, в твоих руках. Книга? Не книга, а книги. И не просто книги, а Яндекс.Книги. Раньше меня звали Букмейт, но теперь я часть экосистемы Яндекса. И наряду с фильмами на Кинопоиске и Яндекс.Музыкой ты можешь читать и слушать все книги по одной подписки Яндекс Плюс. Вот это круть! Круть? Это новый роман Пелевина. И о чем он? Тебе понравится. Это прям близкая тебе тема. Неужели он про непреодолимое влечение влезать в страшные дома сумасшедших старух? Нет, но ты и правда постоянно лезешь в эти дома. Зачем? Без понятия. Я каждый раз спрашиваю вселенную, есть ли причина, по которой мне не стоит лезть в дом к сумасшедшей бабке? И лезу. Не дожидаясь ответа, ты явно неправильно формулируешь запрос. Мы же живем в эпоху, где знания всего человечества доступны тебе в любой момент. Нужно лишь вбить правильно сформулированный запрос. И вот вокруг этой идеи строится роман Пелевина «Круть». Сюжет там интригующий, с кучей отсылок к другим произведениям автора. Тебе зайдет. О, круть! И помимо классического чтения, в Яндекс.Книгах ты можешь послушать аудиоверсию книги. Например, синхронизировав приложение с Яндекс.Станцией. Поэтому гоу по ссылке в описании и наслаждайся. Спасибо, благодаря тебе я так и нашел причину залезть в дом к сумасшедшей бабке. Что, серьезно? Ты наоборот должен был перестать сюда лань ее Яндекс. Станция. Давай скорее обыщем этот дом вдоль и поперек. Давай. Пока что это единственное место, где я могу быть в безопасности, более-менее. Я не знаю, с какой стороны он на меня напал. Каким образом он на меня напал? Вот он. Давайте попробуем еще раз. Вот он нас видит. В обход пошел, что ли? Да, он с этой стороны прошел. Как он прошел? Все, пусть потеряет нас. Все, 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 он забил. Я вижу еще одну кишку. Ну, черт! Фу, как громко. Мне кажется, они отвязались, да? Да, 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 да. Страшные звуки. Планка. Мы можем это... Нет. Это нельзя брать. Так, 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 так.
скорей. Открывайся, блин. Здесь ничего нету. Ладно, идем в эту дверь. Капкан положили. Да хрен я напарюсь на этот капкан. Так, мы можем под кровать, если что, залезть. Что у нас, под кроватью нет ничего? Ничего нету. Хорошо, нужно уходить отсюда. Решетка. О, это гараж, там машина. Мы сможем на машине сбежать, если что. Все. Чё ты стоишь здесь? Ладно, попёрли. Он сразу нас увидит. Ладно. Ага! Беги! Давай вот сюда. Оп! И мы на кухне. Все. Здесь можно порыться. Под стол, если что. Нет, под стол не получится. И тут какая-то микроволновка. Оу, громко. Кто-нибудь идет сюда на меня? Блин, какой странный дом. А-а-а! Что такое там? А, там патроны были. Это патроны для дробовика. Так вот. Господи, каждый раз нервы щекочет. День третий. Мне кажется, мы можем действовать гораздо быстрее. Вышли в наглую. Так, что не ржут? Что не ржут, блин? Стой, 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 бабка. Что-то она прихрамывает немножко. Она прихрамывает. Бедная бабушка. Не смотри на меня, не смотри в эту сторону. Лучше уходи. Да. А вон и патроны. Короче, мне нужно быстренько подобраться. Ой, блин. Черт, 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 черт. Успокоилась. Да ё-моё! Он забил, да. Вот этот звук очень странный. Это, возможно, звук, когда он на меня агрится, или наоборот, когда он перестает на меня агриться. Он так и будет здесь стоять. Мне нужно как-то его отвлечь. О, хорош. Куда он ушел? Все, он ушел. Бабка идет сюда. Я потихонечку, потихонечку. Надо их всех сюда приманить. Давай, книга беззвучно падающая. Окей, получилось. Да, еще и дед. Наконец-то ты пришел. Сейчас мы их всех сюда приманим. Вот так. Все, они втроем здесь стоят. Окей. Да господи! Книжка, примани их всех, господи. Она не приманивает. Куда ты упала? Книга упала. Через пол провалилась. Нет. Все, я побежал. Скорей. Открывай, открывай. Нет, ничего. Мама. Да блин! Блин! Гребаная дверь, я через нее прошел. День четвертый. Все. Харе сиськи мять, выходим. Не боимся. Куда книга делась, теперь мы никогда не узнаем. Опа, бабка. Я хочу наверх. Нет, сначала хочу... Спасибо. Дед, бабка, они все в разные стороны ходят. Нам нужно их приманить в одну. Вот сюда. Все, пусть идут. О, отлично, и Носферату тоже. Дед только не услышал, да, у него ж... Блин, плохой слух. Оп. Ну чё, вы все услышали, надеюсь? Будьте вы прокляты. Да господи. Все, закрой дверь, умница. Давай, 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 что-нибудь здесь. Закрой дверь, закрой. Спрячься. Нужно спрятаться. Нужно, блин, спрятаться. Я не знаю, для чего это. Что-то мы должны перерезать. Закрыть дверь. Так, бабка потеряла меня из виду. Это хорошо. Какие лабиринты здесь. Ну, Носферату тоже, кажется, потерял меня из виду. Все хорошо. Опа, люк. Мне нужно что-нибудь, чтобы прострелить люк. А это что за комната странная? Мне нужен специальный ключ. Мне... Так, с помощью этих кусачек я смогу, наверное, какой-нибудь провод перерезать. Это что такое? Гильотина? Смотрите. Коридор не заканчивается. Конца и края не видно. Что это здесь? Нужен молоток. А, мне нужно будет машину сбросить. Понял. Вот сюда пойдем. Пипец, как здесь заморочено все. И, кстати, Слендрина давно не видел. Точнее, ни разу не видел еще за всю игру. Это что, тупик? Вы что, угораете? О, нет! Мама. Стоило догадаться, да, что это произойдет. А где? Где кусачки? Вот они. Супер громко. Супер громко. Почему продолжает как громко биться? Офигеть, как громко было столько раз. Они придут-то в итоге или нет сюда? Нет, кажется, не придут. Смотрите, я не заметил, что здесь есть тоже padlock key. О, хорошо, хорошо, хорошо. Так, пусть это будет вот здесь лежать. Это громко. Ничего не поделать. Черт, вот и Слендрина. Нормально.
Мы выжили. Выжили. А это что такое? Выход во двор. Мне нравится. Мне нравится. Так, здесь мы сможем найти Padlock. Блин, черт. Все, теперь ее будет дофига, да, нападать она будет. Вон там дедуля идет. Нам в другую сторону. Нет, давай, наоборот, за ним лучше пойти. Если только, конечно, он резко не сменит направление. А, как же бесит этот прихрамывание, жесткое очень. Но это по-стандартному. Я всегда так играю. Я подыхаю, и потом на 4-м, 5-м дне хромаю весь выпуск. Фига они стену тут соорудили. Интересно, в чем фишка этого Носферату? Одно дело. Ой, блин, Ласлендрина, одно дело. Нет, он идет за меня. Сюда, блин. Ладно, я убегу, я убегу. Ща мы. Блин! Иди ты, бабка! И Носферату, и все за мной! Я вроде как убегу, да? Да, я быстрее бегаю. Даже ковыляя, я быстрее бегаю, это хорошо. Надо осмотреть весь дом. На улице очень безопасно, по ощущению. О, какая-то лестница. Лестница. Давайте забираться на нее. И предмет остается со мной. Так, здесь тоже нужен молоток. А если пойти выше? Есть дымоход. У нас здесь больше ничего нету. Сюда есть смысл только ползти с молотком. А, кстати, если он меня увидит, то он что-то сделает? Как мне вообще спуститься-то здесь? Почему я не могу достать? Я не могу достать. Чего ты там стоишь, уходи отсюда? Говном бы кинуть ему в лицо прямо сейчас. Он настаивает на том, чтобы продолжать стоять тут. Может, отвлечь его как-то? Бросок? Насрать ему. Так как же мне спуститься-то, а? Ой. Ой. О, это так делается? А, и мы продолжаем. Мы можем только забираться с помощью И. Ладно, значит, спускаемся по старинке. С помощью физики. Ага! Ха-ха. Ты ничего не можешь сделать. Смотрите, его перекорючило. Мне нужно подобрать ключ по-быренькому. По-быренькому. И убегаем. Все, 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 все. Я здесь в полной безопасности. У, это что такое? Мне нужен рычаг. Эти ворота я хрен. Так, еще врата здесь, которые не открою. Блин, господи, я же только с тобой справился! Перестань! Я уже хочу в дом, надо исследовать. Огромный дом, гигантский дом. О, нет, о, нет. Ой, блин! Черт! Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Было бы классно их всех выманить. Вот бабка. Так, прекрасно. Теперь давай-ка вурдалачка. Вот здесь обойди, обойди. Аккуратней. Ага, прекрасно. И в дом, ладно, я не знаю, где Носферату. Будем надеяться, что я сейчас не сдохну. Very good. Так, куда мы еще не ходили? По-моему, вот сюда не ходили. А? У-у-у, смотрите, ванная. Что это? Рычаг, прекрасно. Не смотрим. Рычаг, это значит на улицу надо идти. А где же был выход на улице? Я вот что-то подзабыл. Не вот это? Это! Все, классно, классно, классно. Черт, бабка идет в ту сторону. Она сейчас обратно ведь пойдет, да? Тогда я с другой стороны обойду, пожалуй. Блин, еще и дед здесь. И Носферату здесь. Они все тут. Да я в другую сторону пойду. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, она не увидит. Отсюда меня. Она не увидит. Я слишком далеко. I see you. Нет! Да вот секунды не хватило. Ну как же так? Ну ничего. Вот это место. Вот здесь нужно будет рычаг поставить. Хорошо. Ой, что, что мы сделали? Какую-то решетку подняли, но я не вижу ничего же. Какую-то решетку подняли. О, я, кажется, знаю, какую решетку я поднял. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, черт. Мама мия. Мама мия. Носферату. Так, да, придется его сагрить. Слушай, он какой-то быстрый. Что-то мне не нравится это. Но я все равно быстрее. Сейчас просто в кишку нужно забежать. А-а-а. Вот сюда. Уп! О, хорошо. Мне нужно вот туда. Там возле камина была решетка. По-моему, мне туда. Я не уверен. Тихо, я тебя умоляю. А, нет, ни хрена. Это не та решетка. Что тогда делать? Куда мне идти? Может быть, наверх? Ой-ой-ой, это плохо. Ой-ой-ой, два раза скрипанул. Надо понять, откуда они придут. Так, хорошо, вот один. А чем куда-то наверх смотрит? Так, хорошо, вон дед. А где старая? А, вот она. Отлично. Я могу теперь идти. Так, пожалуйста, без скрипа. Побежали. Побежали, 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 побежали. Отлично, отлично. Второй этаж, детка. О-о-о-о. Вот там, кстати говоря, я не видел уже здесь.
Ну-ка. Блин, ничего нету. Книгу надо вот сюда. А, нет, а я книгу просрал, она упала куда-то. Поднять можно? Можно сыграть, но я не хочу пока этого делать. Черт, как обидно. Опа, шум издал. Все, уходим. Как же, блин, обидно, что я книгу потерял. Так, нужно все, абсолютно все картины сшибать, потому что за ними может быть что-нибудь. Вот здесь что-то, что-то важное. Ну дайте, блин. Вот это какая-то странная фигня. Могу я обрезать, может быть? Ага. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Фух, среагировал. Нормально. Умница. Красава. Значит, я ходил в ту сторону, теперь давайте пойдем в эту сторону. И, кстати, здесь пол не скрипит, что мне очень нравится. Что это такое? Я вижу, что-то лежит. Ты что такое? Что? Бриллиант? Понятия не имею, куда его нужно девать. Это просто гигантский дом. Я ничего не могу найти. Я все время слышу звук этот. Ой, блин, она стояла, ждала меня в дверном проеме. Какая тварь ты страшная. А вот это, скорее всего, нужно будет... вот как раз таки это мы и сможем потом обрезать кусачками. Ладно, нужно где-то отвертку найти. Где ее искать? Я понятия не имею. Я уже просмотрел здесь все. Я более чем уверен, что я все просмотрел. Вот эта решетка откуда появилась здесь? От чего эта решетка? Стоп, может быть, какую-то надо книжку дернуть здесь? Нет, не надо. В таком случае пора идти вниз. Где-то тут еще побегать нужно. Давай-ка, что ли, вас возьмем. Громко. Так, вы где? Ага, вот здесь? Да. Отлично. Там что-то лежит, я вижу. Стоп, ты че какая? Че? Слендрина не оставляет мне просто. Что? Ой, ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, как-то надо спастись. Как спастись? Я знаю, как спастись. Вот сюда. Для этого, конечно, придется спрыгнуть, это будет бобо, но ничего не поделать. Ладно. Кстати говоря, я не то чтобы сильно задержался очень. Но куда же ты хочешь, чтобы я пошел теперь? Здесь ничего нету. Вон он идет. Боже мой, сраная тварь. Я начинаю все больше думать, что дело в книге, которую я потерял. Но как было обычно в Грейне, если что-то пропадает под пол, ты его где-то на рандомном месте можешь найти. Кстати говоря, часы. Ну что, вся семейка Адамс разошлась. Да блин! Хорошо, просто закроем. Так, здесь, может быть, где-то можно что-то порыть? Нет? 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 Дерьмо. О, no. О, no, бабка идет. Кстати говоря, ванны. Ванны еще нужно получше посмотреть. Все эти ящики. Все это неюзабельное. Все, бабка меня потеряла? Да. А я продолжаю рыскать. О, стоп, 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 стоп. Вот сюда. Оп. Все, я избавился от них. Так, а в какую сторону она пойдет? Она идет сюда. А чё Носферато с тобой происходит? Ты чё? Какой-то он странный. Его скрючило как-то странно. О, наконец-то он стал нормально двигаться. Ой, а чё это он идет сюда? О, блин, о, чёрт! Вот это было неожиданно, что он... Опа! Все, на улицу. Так, как быть, как быть, как быть? Надо их выманить всех. Всех выманить. Ну что, давайте все на ночную пробежку выбегаем. 10 кругов вокруг дома. Давай, сначала бабка. Где остальные? Я сказал, все выбегаем. Вот, хорошо. Дедуля вышел. Блин, тебя, внучка, никто не звал. Ты спать должна пойти была. Так. Еще чуть-чуть. Вот. Вот и дядя вышел. Ну и семейка, блин, у меня собралась. Сейчас закрываем дверь. Все. Вы там остаетесь. Ну, они тупо зашли. Ладно. Ключ. Я не знаю, подлог. Ключ подлог. Нахрен он сдался. Куда его нужно всунуть, я не знаю. Так, как они все... Опа! Я же сюда не ходил ни разу. Вот оно что. И книжка, наверное, сюда упала. Я думал, это дверь, которая ведет в гостиную, в главный холл. Отлично, сейчас что-нибудь новенькое да найдем с вами. Что такое? Вот сюда нужно бриллиант. Хорошо. Нет! Нет, западня!
Ладно, я оббегу его, я сейчас оббегу. У него такой взгляд, на самом деле, добренький, я бы сказал. Все, я оббежал, хорошо, повезло мне. Вот сейчас, пожалуйста, не застаньте меня врасплох, бабки, деды. Айсию! Фух! Успел убежать. Все, берем. Значит, надо, чтобы они все вышли. О! Опа! Ух ты, господи, какой страшный звук был, а? Так, давайте на улицу выбежим. Только бабка со мной пойдет. Вот! Ну! Отлично! Может быть, вокруг дома оббежать? Ну, кстати, хорошая мысль, так можно их прям далеко увести. Они долго не смогут зайти. Да-да, вот сюда идите. Вот сюда идите. Ага. Ну все, можно убегать. А, естественно, дед. Естественно, дед. Ладно, хорошо, сейчас я просто его оббегу. Просто оббегу. Он ничего мне не сделает. А, сейчас пойду всю пенсию твою заберу. Все, он сейчас потеряет меня из виду, по-любому. Го вниз, го вниз, го вниз. Закрой, 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 закрой. Есть, все, все, он потерял, он потерял, он потерял. Они все потеряли меня. О, наконец-таки я сейчас продвинусь куда-нибудь. Что здесь у нас? Целых 3 двери. Давайте попробуем сначала направо пойти. Молоток! Идеально. Все, мы можем дальше продвинуться. По-нормальному дверь закрыта. Интересно. Здесь. Они... Что за... Что мне нужно? Они basement key. Ключ от подвала мне нужен. Где нужно было молоток применить? Там, по-моему, много мест. Сейчас придется по всему дому пробежаться и везде применить его. А, и на крыше еще. Да, точно. Окей. Нормально? Боже мой, обосрался немножко. Еще раз смотрим. В ванной ничего нет. Значит, нужно наверх. Откуда? Сейчас где-нибудь спрятаться под кроватью, да? Под кроватью, да. Да она не добежит даже сюда, че я парюсь. Да. Окей. Вот, это первое место. Сейчас чуть дальше посмотрю, что там, я забыл уже. Еще доски. Тут целая куча мест. О, боже. О, это гроб. Это Носферату, походу, спит тут. Так, а я не пройду здесь. Какого хрена? Ну чё, опасно или не опасно? Я не знаю. Она прям сюда пришла. Какого? Что я за звук издал? Кто издал звук? Я? Я не издавал. Слушайте, прежде чем я уйду отсюда, давайте попробуем посмотреть повнимательнее на машину. Что здесь можно заюзать? О, я вижу там рычаг. О, нет. Черт! О, черт! Вот теперь ты начал скрипеть пол, да? Теперь ты, конечно же, начал скрипеть. Спасибо. Да что это за... Надо бабку дождаться. Она не придет, да? Она придет. Нет, нет, нет. Беги! Беги вокруг! Давай, 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 давай. Все, отлично. Отлично! Пожалуйста, дед, только без тебя. А, Слендрина, мать твою! Не смейся надо мной, бабка! Окей. Хоп, хоп. Все. А, мне кажется, надо валить отсюда. Кстати, мы можем, по-моему, это обрезать, наверное. Да что так громко? Что это за звуки? Не понимаю, у меня что, доска между ног застряла? Да что это за звуки? Почему? Ладно, спрыгиваем. Постой, 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 постой! Нет! Я попался! Хватит! Хватит! Реально, мне доска в задницу, наверное, застряла. Пятый день последний. Как я мог так тупо спрыгнуть? Я мог бы выжить. Хорошо. Молоток. Я должен его найти. А куда он упал? Он упал вот туда, по-моему. Ну, супер. Все нормально, я просто сейчас убегу из дома. От сада? Так, лестница с той стороны. Что получается? Вот все места, где можно использовать молоток. Больше я не припомню. Так, раз, два, три, все. Хорошо. Какая-то супер новая отвертка. И здесь я в полной безопасности, кстати. Что-нибудь еще тут? Что-нибудь еще тут? Нет? О, хрена бы лысого. Ну, поперли в кишку. О, 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 куда это мы спрыгнем? В гостиную? Хорошо, что я не стал прыгать сейчас! Я знаю, что делать надо. Во-первых, надо... аккуратнее, чуть через пол не провалилось. Надо
молоток скинуть вниз, чтобы потом не пришлось сюда возвращаться. Вот и что вы хотите, чтобы я спрыгнул, не видя? Мне не нравится эта идея совсем. А что если попробовать? Что если прям испытать самый страшный адреналин? Давай спрыгивай! Где я? Где я? Где я? Какого хрена? Что это за место? Что это за место? А, это второй этаж. Это значит, что мы можем вот здесь открутить. Что это? Ты батарейка. Это для машины. Ну-ка, надо бы взять, кстати говоря. Вот сюда. Ага. Так, мы можем, по идее... А хрен тебе, да? Мы не можем. Мы можем сесть в машину. Ага, это ладно. Я думаю, нужно батарею от машины кинуть вот туда, вниз. Ты будешь падать нормально? Падай, пожалуйста, я тебя прошу. Ладно, хорошо, на машину кину, вот так. Нормально, нашумел, блин. Сейчас убегу, все будет хорошо. Там бабка еще будет, наверное. Мне нужна отвертка, где же она? Скорее взять, скорее убежать. И... Все, я здесь нету, все, я здесь нету. Прекрасно, прекрасно. Так, где же еще? Какая тварь, какая тварь. Где же еще? Я не помню, где здесь еще нужно было отвертку использовать. Вообще не помню. Бабушка была в туалете! Зачем? Надо было закрываться! О, нет! Ладно, я вниз. Сейчас они меня потеряют. Все будет нормально. Все будет хорошо. В моей начальной комнате отвертка нужна была. Точно! О, нет, бабушка пришла. Хорошо, я просто оббегу ее. Пошла ты в жопу, бабка. Пошла ты в жопу, бабка, а? Ты ничего не можешь делать. Не застревай в углах, урод. В самую начальную комнату сейчас надо бежать. Это значит налево. Вот сюда. С никого нету. Моя комнатка, родименькая. Закрыться нахрен. Ух. Ну что там у нас? Что это? Какого? Че за... Хотите сказать, что здесь могло что-то быть, но нету. Черт! Бежать. Все нормально, просто... Да блин! Нет! О, сейчас нас казнят. Или дадут дополнительную ночь? Нет! Где мы находимся? Это другая комната, я не видел ее еще. Вон они все. Они все собрались, чтобы что? У него дробовик, у деда дробовик. О! Они просто нас казнили в подвале. Оу, прикольно. Прикольная часть. Точно так же напряженно, как и все остальные. Вот если бы еще у деда дробовик все время был, вот это был бы вообще пипец. В этот раз не получилось, но я обязательно попробую в следующий раз. Мне очень хочется пройти эту часть. Видно, что дом большой, насыщенный, предметы спаунятся редко. Короче, я уверен, что в следующий раз у нас получится лучше. Залайкайте этот видос, поддержите его комментарием, в общем, чтобы YouTube продвигал. Спасибо всем, что смотрите на YouTube, это для меня очень много значит. Если хотите поддержать как-то меня еще, можете зайти на мой Boosty, там для вас такая опция будет. Ну и заходите во все мои остальные соцсети, в Telegram, например, в описании будет все под видео, прям первыми строчками, для вашего удобства. С вами был Юджин, всех обожаю, целую, люблю, обнимаю, и всем пять!